В этом видеоролике мы приготовим куриную запеканку с перцем в мультиварке Vitec VT4208. Нам потребуется 800 грамм куриного фарша, 2 яйца, 10 грамм сливочного масла, 300 грамм сырокопченой шейки, 1 красный болгарский перец, 1 пучок кинзы, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сушеного помидора, 1 чайная ложка сушеного сладкого перца и 1 четвертая чайной ложки кайенского молотого перца. Перец необходимо нарезать кубиками и измельчить кинзу. В куриный фарш нужно добавить яйца, соль и специи. Добавить перец и кинзу и тщательно перемешать фарш. Алюминиевую форму для запекания смазать сливочным маслом. Дно и стенки выложить кусочками шейки. Затем нужно на шейку выложить фарш и сверху накрыть кусочками копченой шейки. Поместить форму в чашу мультиварки, закрыть крышку, включить режим выпечка на 45 минут. Когда режим окончится, оставить запеканку на подогреве еще на 20-30 минут. Затем запеканке дать остыть и убрать в холодильник. Через несколько часов достать запеканку из холодильника, порезать на кусочки и подавать к столу. Куриная запеканка с перцем готова. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.